Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал The Quest. Сегодня поговорим про успешных людей в США. Америка для успешных. Сегодня с большим трудом уболтал человека дать интервью. Ростислав приехал относительно недавно в Омаху. Когда ты приехал? Ну, в Омаху где-то около года уже. Ну, год уже, но это не срок, как бы только-только. Нет, это вставание с колен. Да, вот. Человек айтишник, поэтому расскажет много чего интересного. У меня уже на канале было интервью с айтишником, и люди так достаточно живенько интересуются, как люди зарабатывают в IT-индустрии, тем более, что в основном в IT почему-то бытует такая байка, нужно ехать в Силиконовую долину, нужно въехать в Калифорнию, в других местах для айтишников, только в крупных городах для айтишников есть место, в маленьких ничего нету. Вот, так что сейчас будем ломать вот эти стереотипы и ломать вот эти байки. Ты сейчас работаешь, да? Да, сейчас работаю, да. Сейчас я работаю около года уже, и то, что мы приехали в Омаху, это как раз по работе. Потому что мы тогда приехали впервые сюда, в Штаты, с Чили. Это мы приехали в Миннеаполис, это было года полтора назад. Да, мы приехали в апреле прошлого года, и у меня тогда уже была рабочая виза, но так получилось, что контора, которая делала мне рабочую визу, у них там были проблемы, были проблемы с проектами, и было 2-3 месяца, когда работы вообще абсолютно не было, и я начал искать уже другую контору, сделал перевод визы, и оказалось так, что работа, которую они предложили, была здесь в Омахе, поэтому переехал. А рабочая виза, ты имеешь в виду, которую ты тут H1B? Да, это знаменитая H1B, всеми нелюбимая и любимая. Например, в Индии, я такое читал недавно, что есть целый храм этой визы, так и называется, храм визы H1B. Да ты что, серьезно? Что молятся люди на эту визу? Они тысячами приходят туда и молятся. Ух ты! Там целый, в YouTube много роликов, я тоже был удивлен, насколько серьезно они подходят, я имею в виду индусов, насколько серьезно подходят к этому делу. Ну, на самом деле, многие возлагают большие надежды вот на этот тип визы, считают, что это панацея от всех бед, и стоит только эту визу получить, как сразу, опа, начнется шоколад с мармеладом и все такое. Нет, ну, просто здесь нужно учитывать несколько моментов. Эта виза, это, конечно, очень хороший момент, который есть, это определенный путь, легальный, и этот путь, он реально осуществим. Вот я мой пример как раз этого пути. Но это очень извилистый и очень сложный путь. Если мне пришлось бы сделать это снова, я бы, скорее всего, бы не сделал. Вот именно так. За это H1B виза? Потому что слишком много подводных камней в этой визе есть. Начиная от того, как ты это делаешь, какие у тебя права при этом есть, что ты должен, как должен приспосабливаться с этой визой, потому что она тебе дает право на работу только на одну определенную компанию. Если, не дай бог, у тебя работы не будет в этой компании, что-то случится, ты должен покинуть штат. Ну, то есть получается кабала, то есть если ты подписываешься под контракт с одной компанией, грубо говоря, то ты вынужден все требования этой компании выполнять, и там, то скажут, то и делают. Нет, оно не так, конечно, потому что эта виза, она рассчитана на определенных людей, которые достаточно высококвалифицированы, там очень большой список всех требований, поэтому очень сложно под этот список попасть, поэтому люди, которые уже приезжают, это приезжают с достаточно большим опытом и в основном по IT. Эта виза не сделана под IT, но так получается, что по статистике 90% людей, которые приезжают по этой визе, это люди с техническим образованием в системах информации. Это те же программисты, девелоперы разных мастей. В основном это. Но она не делалась под IT. Просто тему IT скрутили, я так понимаю, индусское лобби, но есть компании, которые имеют здесь представительство, компании с Индии, которые в основном и пользуются этой визой. Они присылают от Индии сюда большое количество таких чуть-чуть дешевых, я бы сказал, недорогую рабочую силу.
Вот, это большая, вот это самая главная фишка этой биржи. Хорошо, а чем ты занимаешься с этой IT-индустрией? Ну, что я консультант по SAP, и кто знает, то в курсе. Это я занимаюсь установлением бизнес-систем, и я могу работать на любых предприятиях, где эта система установлена. Okay. И сейчас я работаю в достаточно хорошей конторе, большой, поэтому у нее есть много проектов. И, например, вот этот проект, что я сейчас уже работаю больше года, и там еще есть много. Ну, это, грубо говоря, вообще городского уровня организация. В основном это предприятия, которые имеют эту систему, которые от 150 до 200 человек и больше, которые могут себе позволить установить такую систему. Ну, то есть ты в серьезной фирме работаешь, да. Не какой-то шараш-монтаж, какая-то там компания с 10 человек, это серьезная... Нет, это не стартап. Да. Нет, SAP он не для стартапа, он в основном для компаний средних и больших, и очень больших. Да. Ну хорошо, вот сколько зарабатывает айтишник твоего уровня, чтобы просто люди понимали, успешный, то есть, по уровню поймем, потому что есть разные уровни. Вот есть, например, традиционный как бы раздел на там юниора, который человек, у которого есть 1-2 года опыта, есть потом мид-синьор, это человек, который вот до 5 лет, и синьор, это человек, у которого есть после 5 лет. Okay. У меня уже лет 10. Опыта, но у меня опыт разный, у меня не только по IT, немножко неправильно говорить, что я по IT, потому что IT это как бы одна из моих побочных занятий, вообще-то у меня бизнес-образование еще с Аргентины, я занимался продажами, потом IT, потом был девелопером, потом снова продажами, поэтому такая разбросанная немножко опыт, но в основном, если уже говоришь о серьезных люди, которые приезжают сюда по этой визе, а эти люди, которые должны иметь минимум 5 лет, там даже так прописано в статуте, эти люди начинают получать от 85 тысяч. Почему? Потому что... В год. В год, да, конечно. Да. Это какой-то минимум, даже 80-85 это уже минимум. То есть начинает это 80-85, и я скажу, что 100-120, вот такой вот ранг. 120 нормальный уровень. 120 это такой нормальный, поэтому это виза, которая дает возможность тебе получить, во-первых, работу здесь, работать практически как американец, потому что нам платят практически как американцам. И эта виза, она, если почитать так подробнее, она одна из немногих, которая позволяет как бы двойное, называется double intention, это типа, или dual intention, что человек, который приезжает по этой визе, у него уже есть какое-то намерение остаться. Поэтому по этой визе потом можно легче сделать грин-карт. Кстати, мне сейчас вот эта контора, она и делает грин-карт. А долгий процесс вообще оформления? Ну, это в зависимости от откуда ты человек, откуда родился. Потому что, например, там есть целый список стран и с определенными... не знаю, как сказать, с определенным временем ожидания. Например, люди с Индии, они должны ожидать около 12 лет. Если человек с Индии, вот сейчас, в моем положении, ему контора его начинает делать визу, она, эта виза не будет готова, только через 12 лет. Почему? Потому что, насколько я знаю, есть предел грин-карт для таких виз. Например, около сейчас... В год это 140 тысяч. И каждая страна может принтовать только на 7% этих 140 тысяч. Только это получается грубо около 10 тысяч. А так как люди с Индии, они очень много едут, поэтому там очень большой бэклог. Поэтому, например, люди с Европы, например, с той же самой Украины, они должны ждать с момента начатия и до окончания, это полтора года. В среднем полтора-два, это уже как бы какие-то тяжелые случаи. Ну, в твоей ситуации ты приехал? Но я там, эта виза считается от места рождения. Ага. То есть я, получается, у меня есть украинский паспорт, я родился в Украине, поэтому я иду как бы с Европы, как бы с Украины. То есть, так как с Украины очень мало людей, во всяком случае, насколько я знаю по статистике, очень мало людей, которые приезжают по этой визе, нет проблем предоставления этой визы. Потом грин-карт. Ну, основная проблема — найти работодателя с этой визой. Очень большая проблема, это для меня это ушло, чтобы сделать это, чтобы вот так не врать, месяцев 6, а может даже больше.
чтобы найти способного работодателя, способного тебя спонсировать. Потому что это, чтобы понимали люди, что такое спонсирование, это работодатель, который требуется в каком-то иностранном специалисте, он должен иметь адвоката или делать через адвокатскую контору много бумаг, и это ему обойдется в хороших 5-10 тысяч для каждого человека. И это занимает большое время. То есть, например, если он, например, хочет человека на завтра или на через месяц, это так не получится. То есть есть определенное время подачи документов, это 1 апреля, только 1 апреля. Когда квота открывается? Когда квота открывается, там я еще забыл сказать. Есть квота аннуальная, она получается 65 тысяч человек, то есть тут 65 тысяч этих виз. Но так как последние годы был большой перебор людей, апликантов, например, в прошлом году было около 240 или 250 тысяч, то есть получается, что 4 человека на визу. И был даже розыгрыш, была лотерея, чтобы люди попали, чтобы их выбрали, чтобы только начали осматривать дела. То есть 1 апреля адвокатская контора подает документы в департамент иммиграции, я уже не помню, там несколько, там есть департамент работы, иммиграции, подает документы, их начинают рассматривать, и рассмотрение может длиться от 6 до 12 месяцев. В моем конкретном смысле, в случае, я сейчас скажу, подали в апреле, мне пришло approval, то есть пришло добро, это уже было где-то в октябре. Угу. Ну, дистанционно это делал, да, еще до въезда в США? Ну да, потому что я начал искать с Чили, и это был достаточно длинный процесс, как я говорил. Я просто начал заходить на сайты, которые так или иначе имели отношение к этой Visa H1B. Есть много сайтов, например, один сайт, который называется My H1B Visa, или ну там в Google можно найти. И там есть перечень конкретных предприятий, которые у них история. Да? Нет. Одно дело, сотрудники нужны всем, но не все могут, и не у всех есть история всех вот этих, что они могут сделать эту визу. То есть, например, большие компании, ну я не знаю, ну там Accenture, например, это очень большая IT-компания, они просто не делают это. То есть это люди в основном, которые имеют индусское происхождение. Вот эти все конторы, они в основном, процентов на 90, все связаны с ними. Ну хорошо, а что бы ты порекомендовал бы людям, которые из Украины хотят свалить? То есть айтишники, ребят, которые неплохие, то есть как в каком направлении? Нужно, во-первых, надо номер один сделать хорошее резюме, даже не один, а несколько. На английском 4-5, ну конечно, обязательно. Я бы сказал 4-5. Почему 4-5? Потому что вы можете передавать на несколько определенных ролей. Угу. И эти роли должны быть расписаны с таким привкусом. Окей, они должны быть очень хорошо расписаны, и нужно вам создавать контакты, рабочие контакты с людьми, которые могут и которые в силах вам предоставить, посодействовать с этой визой. А это могут быть, начиная от менеджеров вот этих контор, больших или не таких больших консалтинговых компаниях, и я бы посоветовал не обращаться ни в коем случае к рекрутерам. Это просто вы потеряете время. И деньги, наверное. Нет, деньги не потеряете. Потеряете время и терпение с такими людьми. Обращайтесь напрямую к менеджерам, которые могут вам помочь, которые принимают какие-то решения. Ну, есть же компании, которые, например, посреднические. Они называют себя как визовые центры. Они берут деньги за то, что они делают визы. Рассказывают сказки сладкие такие. Найдем вам кондиционера, все найдем. Есть такое все. И не ведите на таких людей. Это все лохотрон. Ну, самый натуральный. Ищите сами. И это возможно, это реально. Я так сделал. И было несколько предложений. Я выбрал одно, которое более-менее подходило. И человек, реально просто это был, да, человек с Индии, он даже с Индии вообще был, но у него было представительство здесь, в Миннеаполисе, и они сделали мне, я до последнего момента не верил. Дистанционно? Все. А ты вот находился в Чили, так я понимаю, находился, да? Я находился, конечно, да, они все вот эти переговоры, все через скайп. Ну, просто люди понимали, ты достаточно давно жил в Южной Америке. Да, вот, около 20 там, лет уже, да. 20 лет, активный испанский язык. Ну да, обязательно. То есть, без него сейчас. Не то, что человек приехал с Украины, там из зоны АТО сразу. Это, конечно, мне сыграло, я понимаю, на руку, потому что у меня было более
У меня был опыт достаточно большой, как в Аргентине, потому что мы же в Аргентине, так и в Чили, и на разных должностях, то есть я опять же... Ну, то есть две страны сменил. Ну да. И я не был простым девелопером, я даже не считаю себя простым девелопером, потому что я сделаю это просто ради получения грин-карты. Я этим не собираюсь заниматься от момента грин-карты. Ну, я так понимаю, что у тебя планы большие наполеоновские, как только грин-карту получишь. Наполеоновские, но если так сказать, что здесь индустрия идти не только, это не только нужно понимать, что это только быть девелопером, быть программистом, или быть позже, конечно, есть совсем другие, так скажем, ниши в этой индустрии, как те же самые продажи, которые очень хорошо, которых очень мало людей, которые этим занимаются. Ты между продажей IT, этого, IT... Да, этого бизнес-систем, да, это очень интересная тема, и я этой темой занимался уже в Чили, достаточно в больших конторах, и это, опять же, сыграло мне на руку моим резюме, потому что моим резюме фигурировали компании, которые были уже известны в Америке, или которые уже были американские. S&P ты имеешь в виду? В смысле S&P? Ну, как ты аббревиатуру-то тут назвал? А, да, ну S&P, да. Но я не только работал для S&P, я работал в других конторах, да. Так что вам придется вникать в это самому, и есть много, очень много материала в интернете, и еще пользуйтесь очень, очень интенсивно LinkedIn. Заведите премиальный аккаунт, сделайте хороший апдейт своего резюме и начинайте контактировать с людьми. LinkedIn? Да, с людьми, только с менеджерами. Не ведитесь на рекрутера, они вам не помогут, вы только потеряете время. Вы сделайте список, не знаю, 50 или 100 контор, которые более-менее занимаются вот этими визами, у которых есть реальные шансы вас привести. И только тогда у вас появятся эти шансы. И если вы хороший специалист, если у вас есть достаточно опыт, если вы работали на каких-то западных или прозападных компаниях в той же Украине и России, то у вас есть все шансы попасть, во всяком случае попытаться, это 100%. Ну хорошо, вот в этой кухне ты покрутился в американской, на твой взгляд, а какие еще интересные направления, именно связанные с IT-деятельностью, здесь будут востребованы, то есть люди каких направлений? Да. Ну, очень большое направление сейчас занимает Big Data. Это все, что связано с переработкой и хранилищем большого объема информации. Ты имеешь в виду дата-центры, кто занимается обслуживанием? Нет, это не совсем дата-центры. Это, например, очень банки, например, они перерабатывают очень большое количество информации каждую секунду. И они должны это хранить, и они должны на базе этой информации принимать решения очень быстро. Вот такие системы, такие бизнес-системы, они сейчас очень сильны. Угу. Например, например, есть определенные системы, которые рассылают вот эти дела компании маркетинга. Например, как банк может знать, какой лучше товар или услугу предложить вам, чтобы вы согласились. И у него есть миллион услуг. Какой пакет, например, если надо думать о вашем профайле и все остальное, какой лучший пакет услуг вам предложить, чтобы вы согласились. И эти бизнес-системы, они очень-очень часто ценят. Системы, связанные с финансовой деятельностью, системы, связанные, например, с той же защитой данных, очень хорошая тема. И здесь специалисты по защите данных, по cybersecurity. А ты безопасность имеешь в виду? Cybersecurity. Они, угу. они одни из самых лучших, которые себя получают, это 150-250 тысяч в год. И хорошие специалисты, но их очень мало. Опять же, SAP это очень... Довольно большая, очень раскрученная тема, и я знаю, что в Украине уже, оно уже везде, SAP, и в Киеве есть, и в Харькове есть, и в Одессе есть, везде есть большие конторы, которые этим занимаются, и вы можете просто поработать там, и на основе этого опыта уже приехать сюда. Угу. Опять же, Oracle тоже еще. Informix, так, наверное, если он еще не сошел с дистанции. Есть, но это относится к более средничкам таким. Я имею в виду большие гиганты, вот Microsoft, SAP, Oracle. Вот этих три. Я просто про Informix помню, торговал давно Informix. Был такой период жизни. Окей. Вот я имею в виду вот такие большие бизнес-пакеты. Ну понятно.
Ну что же, ребят, вот куда нужно двигаться. Хорошо, а как ты относишься вот к такого рода, тоже, ну не то, что даже байк, а я вот регулярно своим клиентам выливаю уши от холодной воды на голову, хотят люди тестерами стать. Занимались ничем угодно, вот, и тут такие, опа, хочу я, значит, стать тестером. Я понял. Надо просто понять людей, и я понимаю, почему есть такая тенденция стать тестером. Это, я бы сказал, очень неплохая тема для людей, которые просто находятся на разбитке пути. Они переехали сюда, их опыт, например, работали не в IT-индустрии, и им очень сложно найти первую работу или вторую, или третью. Они должны как-то подняться, выйти на какой-то определенный уровень самодостаточности. И им нужно быстро это сделать. И тестирование – это, конечно, не самое первое, но один из путей для этого достижения. Быть тестером, пройти курсы там 3 месяца, 6 месяцев, получить несколько практиков, начать работать за небольшую плату $15-20, и потом через несколько лет уже зарабатывать приличные там, не знаю, 80-90. Не обязательно даже в силиконовой долине. Ну, то есть это один из путей. Конечно, это. И самое хорошее дело в том, что не нужно иметь особо техническое образование, чтобы быть тестером. Но опять же, тестером это такая ниша, которая надо потом переходить куда-то в что-то более серьезное. Если действительно люди хотят развиваться в эти индустрии. Потому что тестер это как бы начальная база, надо потом двигаться дальше. Я бы не сказал, что люди, которые вот с кем я общаюсь, хотят сделать карьеру профессионального айтишника, да. Скорее всего, не воспринимают это как возможность быстренько что-то такое вот найти себе, Переходной этап, быстренько денежку заработать, а будут ли они айтишниками или нет, бабушка надо сказала, как правило. Ну, надо все-таки как-то планировать на 3-5 лет, иначе то, что ты изучаешь сегодня, может не переводиться завтра. Надо чуть-чуть, думаю, смотреть в будущее. Поэтому, например, я уже был в этой индустрии 10 лет в SAP, и я знаю, что я уже более-менее, я был на многих ролях, был и девелопером, был и тимлидом, был и проект-менеджером, и продавал проекты, и был менеджером, руководил людьми. Я уже видел много-много в этой индустрии, и я знаю, куда более-менее мне бы хотелось сделать следующий шаг. Поэтому я уже более-менее для себя определился. Другое дело, здесь IT-индустрия очень, я даже удивился, для меня это большое было удивление, что здесь, в основном, опять же, по моим наблюдениям, та же индустрия SAP, она на процентов 80, если не на больше, она заполнена людьми с Индии. А эти люди, они очень конкурентоспособны. Они могут работать очень хорошо, очень много, и они не очень требовательны к условиям работы. Что, опять же, повышает риск конкурентоспособности. Ну, это да. Индусы захватили IT-сектор, индусы захватили медицину. Кстати говоря, китайцы тоже им на пятки наступают, что касается. Ну, их все равно они в меньшинстве. В IT сейчас. Индусы рулят все-таки пока еще. Да, и они просто, я могу сейчас сказать с очень большой долей вероятности, что они пройдут еще лет 10, 10 лет, и вот выходцы из Индии, они будут представлять очень серьезную общину здесь. Очень серьезно, я имею в виду община, которая будет наравне по правам с афроамериканцами и с теми же. Ты имеешь в виду именно в этом штате или вообще в США? Нет, вообще в США. Глобально в вообще США. То есть это люди, которые будут решать через лет 10, 15, 20 политическую жизнь США. Это просто тут бабка не ходит. Ну да, согласен. И это люди, которые они приезжают работать здесь, мыть посуду. Эти люди приезжают сюда на достаточно хорошие позиции. Эти люди с деньгами, эти люди думающие, и они просто потихоньку. Но это не та категория мигрантов, которые приезжают сюда, как из Мексики. То есть, да, нет, абсолютно. Это совершенно другая система. Это настоящий средний класс. Люди с Индии, это настоящий средний класс, я, честно говоря, им восхищаюсь, потому что они, я бы никогда не смог. Вот у меня есть люди, которыми я работаю, они ждут уже 8 лет, 10 лет. Грин-карты до сих пор еще. Это надо выдержать, потому что их посылают то туда, то сюда. Они должны мотаться по всей стране с семьей, да, не каждый выдержит. Не каждый. Но они стремятся. И надо быть похожими на них.
Нам похоже мы на них, потому что они постоянно развиваются. И это тоже, опять же, вот начиная с попытки нахождения работодателя, который мог бы привести. Надо, во-первых, иметь язык на уровне, чтобы уметь общаться, уметь делать переписку на английском языке, на профессиональном английском языке. Надо уметь себя показать. Надо уметь хорошо сделать интервью, несколько интервью по скайпу, по нескольким темам, по техническим темам, по темам работы, по работе с клиентом, все остальное. Это очень непросто. А эти люди, они уже оптимизируют этот путь. Они уже все абсолютно знают. Каждый раз, когда у меня есть какая-то, сомнение насчет вот визы или насчет каких-то формальностей, они уже все знают. Они все это знают, они мне укажут, вот иди туда, вот посмотри там, вот здесь все. Они очень оптимизируют этот путь. Они знают от и до весь этот процесс. Слушай, ты меня удивил на самом деле. Тут я так присматриваюсь к публике, которая вот ротацию по Омахе делает. Да. Индусы как-то они особо себя не выпячивают. Больше я вот мексикан вижу, китайцев. А эти спокойные они ребята. Они достаточно low profile. Да. В смысле, они очень low profile. И они вот здесь, я знаю, вот полно тех, что работают сейчас вот в IT-департаменте, в конторе сейчас работаю, это 90% людей с Индии, 90%. Я просто удивлен, что вот это. Мы здесь находимся в Midwest, это даже не Silicon Valley, это не Нью-Йорк, и это не Техас. 90% это люди с Индии. И это о чем-то говорит. Это о том, что так как здесь, в Штатах, IT-индустрия очень развита, и ихняя комьюнити будет расти и расти, и с ними нужно считаться. Я бы даже сказал, если вот так немножко глядеть еще дальше, на 15, то нужно и начинать уже Индию учить. Там куча диалектов. Индия это их не универсальный, еще там есть, да, несколько диалектов, но Индия их универсальный, и это даже не смешно уже. Ну, понятно. Испанский это уже само собой, испанский у нас есть, а теперь надо... Я-то думал, что китайский надо учить, оказывается, нет. Так, после кофе-брейка продолжаем разговор. Поговорим про средний класс. Потому что в основном я до этого снимал видео, скажем так, для тех людей, которые приезжают в Америку и начинают свой уровень с такого минимального уровня. Вот, кому-то приходится даже уходить в какой-то дауншифт по сравнению с его уровнем проживания в России. Всем нужно уходить дауншифт. Мне в том числе. Да. Но идея-то не в том, чтобы пропагандировать дауншифт в Америке, а пропагандировать как раз обратное, потому что Америка – это страна для успешных. И... Здоровый и средний класс, понятно. Здоровый средний класс. Вот ты себя относишь к среднему классу, если да, то как бы ты бы для себя бы это вот выделил? Выделил? В первую очередь, средний класс – это возможности. И я не могу себя сейчас, во всяком случае, в данный момент относить среднему классу, потому что мои возможности ограничены визой, которая у меня сейчас. Секундочку. Виза – это виза, а уровень проживания и социальный уровень – это совершенно разные вещи. Давай мы абстрагируемся от визового вопроса. Если абстрагироваться абсолютно, то есть сухая, если вот взять сухую статистику, есть много статистик, как в Америке, как в Штатах определяется средний класс, есть много хороших исследований, одно из них гласит, что есть определенная шкала, которая определяет, к какому уровню, к какому социальному слою относится человек. И эта шкала в основном, она, если вот так брать общая американская шкала, то люди, которые, например, получают до, я не помню, даже уже до 30 тысяч, это опять же грязными, 30 тысяч грязными в год, это люди, которые относятся к бедным или вот бедный класс. Рабочий бедный класс. Потом 30 тысяч это, грубо говоря, 2500 долларов в месяц. Грязными, 2500 долларов. Кстати, всегда это иметь в виду, потому что от этого начинается отсчет всех. Это заработок на одного члена семьи. Это household считается. То есть один дом, один и там дом, кто-то работает, кто-то нет, там может быть всегда, двое. Всегда оно идет, вот эта статистика, во всяком случае, которую я видел, оно имеет в виду household, имеет в виду как бы хозяйство дома. Семья. На семью 2,5 это считается зачастую 30 тысяч, до 30 это, потом опять же, с 30 до 50 называется низший средний класс.
потом от 50 до 75-80, это уже считается как средний класс, и начиная уже с 85-90 до, например, 120, это уже как бы высший средний класс. Вот так в среднем, очень усредненно, потому что, опять же, есть большие вариации между штатами и штатом. В Калифорнии это немножко другое, в той же, не знаю, Миннесоте это, опять же, другое, там есть вариации, но в основном это так. Опять же, я могу сейчас причислить это уже к среднему классу, который уже приваливает на выше средний класс. Upper slate, upper middle level. Да, ну, можно считать и так, Но опять же, это тем, что сейчас занимаюсь, надо просто, еще раз, я хочу людей, которые сюда реально хотят попасть, им просто нужно ни в коем случае не думать о каких-то, как вам сказать, Нужно иметь цель, и нужно с первого мотивацию. Момента себя что-то представлять и не думать, а я буду сейчас работать на плохих работах. Всегда нужно иметь план и мотивацию определенную, чтобы достигнуть этого плана. И всегда нужно то знание, которое у вас есть, стараться трансформировать знания или какой-то опыт, который можно преподать здесь. Не нужно обесценивать то, что у вас сейчас есть. На Украине, в России у вас уже есть ценный опыт, который вы можете здесь трансформировать в очень неплохую зарплату и очень неплохой карьерный рост. Это просто имейте в виду. Не надо девальвировать себя. Поэтому, например, я с самого момента я поднял достаточно высокую планку, и если бы я эту планку не поднял, я бы сейчас реально получал бы зарплату раньше. Понятно. Ну, я так понимаю, ты хочешь еще и выше. Ну, это... Да, развиваться, конечно. На твой план ты мне рассказал, как ну, это сквозь, конечно, да. Это, конечно, это все понятно, поэтому просто имейте в виду, можно реально здесь первую зарплату получать 100 тысяч. Легко. Можно. Просто нужно уметь себя подать и нужно уметь весь опыт, который у вас есть, уметь его хорошо преподать, качественно преподать. И тогда у вас будут офферы... Всегда и вы всегда будете ценить здесь в маркете. Понятно. Такое, я думаю, не знаю, мой совет. Цените то, что у вас есть, и старайтесь его трансформировать под американский опыт. Потому что я бы не сказал, чтобы здесь, во всяком случае, в индустрии IT, она сильно отличается от той же индустрии IT, как работают те же девелоперы, консультанты в России, в Латинской Америке, все там, потому что я работал и там, и сям, поэтому более-менее... Знаю, что этот рынок, он очень, очень однообразен, надо сказать. Ну что ж, я думаю, что для первого интервью достаточно много информации вывалили в мозг моих зрителей. Будет о чем подумать, ребят, потому что, еще раз говорю, что Америка – это страна для успешных. Вы можете здесь скатиться в полный дауншифт, сесть на попу ровно, вообще мозг отключить, пойти на... малооплачиваемую работу, и вы останетесь при этом на плаву, и там, может, с семьей приехать, и тоже на плаву будете находиться, никто вас там не, как бы, не опустит ниже граунда, вот. А с другой стороны, смысл этого, если у вас есть голова, если у вас есть мотивация, вам, наоборот, нужно с пользой расплодиться тем временем, которое у вас есть, и вы можете идти ступенечко вверх, 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 только важно вам распланировать, сделать четкий и вменяемый план ваших действий. Что вы хотите в результате добиться в этой стране за то время, пока вы здесь живете? Какая ваша конечная цель? Если вы для себя сделаете четкий план, у вас будет четкое понимание, как этого достичь. Вот, собственно говоря, и все. Будут вопросы, пишите, соответственно, комментарии. Я думаю, что Ростислав охотно... расскажет, и, может быть, даже про Южную Америку, если интересно. Ну, там очень, да, много-много тем можно обсудить, да. Опять же, про IT. То есть, давайте, пишите ваши вопросы, и я думаю, что для первого раза больше, чем достаточно. Хорошего всем дня, здоровья вам и вашим близким.